Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Балуем животики». И сегодня я подготовила для вас замечательный рецепт. Сегодня мы будем готовить вкуснейший салат с помидор, огурцов, кукурузой, ветчиной и сыром. Такой салат я часто готовлю на ужин и также подаю на праздничный стол. Удивительно, но это один из тех салатов, которых не остается на праздничном столе, его съедают полностью. Поэтому, если вы не знаете, чем удивить ваших гостей, близких и чем разнообразить праздничный стол, обязательно приготовьте такой салат. Для приготовления нам понадобится 3 помидора. Помидоры должны быть вот такие тугие, не мягкие. 3 огурчика, небольшой пучок укропа, 1 баночка консервированной кукурузы, 150 грамм твердого сыра и 200 грамм ветчины. Для смазки салата нам потребуется майонез и соль по вкусу. Нарезаем сыр. Сыр я нарезаю маленькими кубиками. Измельченный сыр отправляем в миску, где будем вымешивать салат. Нарезаю ветчину. Ветчину я также измельчаю небольшими кубиками. Измельченную ветчину я отправляю в салатницу. Нарезаем огурцы. Огурцы я также нарезаю кубиками, но только уже чуть-чуть более крупного размера. Измельченные огурцы отправляю к ветчине с сыром. Теперь нарезаем помидоры. Помидоры мы также нарезаем кубиками. Помидоры отправляем в миску, где будем вымешивать салат. И мелко нарезаю пучок небольшой укропчика. Добавляем укроп к остальным ингредиентам. Теперь сюда мы добавляем кукурузку, 1 баночку. Солим немного салатик. Сильно солить я не рекомендую, так как сыр все-таки соленый немного и наша ветчина. И заправляем все это дело майонезом. Хорошенько вымешиваем. Посмотрите, какой красивый получается салат. И очень-очень вкусный. Такой салат я готовлю и зимой на праздничный стол, и летом готовлю. Ведь помидоры и огурцы в нынешнее время можно купить круглый год. Вот так легким движением руки, ровно за 5 минут, можно приготовить такой вкусный и необычный салат. Такой салат отлично подойдет на праздничный стол и выручит вас в тот момент, когда гости на пороге. Друзья, я очень рекомендую вам попробовать приготовить такой салат. Я уверена, что вам понравится и ваши гости будут требовать у вас рецепт приготовления данного салата. Я желаю вам всего хорошего, друзья, приятного вам аппетита. Обязательно подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео, комментируйте, и мы скоро увидимся с вами в новых выпусках.